Закон Архимеда. На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости. Корабли держатся на плаву в соответствии с законом Архимеда. Тело, имеющее пустоты, например, судно, вытесняет такой же объем жидкости, как и сплошное тело. Но при этом масса у объекта с пустотами меньше. Поэтому вес жидкости, вытесняемый судном, превышает его собственный вес. А значит, выталкивающая сила воды больше его силы тяжести. Именно поэтому корабль не тонет.